Дон Тепинг Эн Дан Бережливый офис Устранение потерь времени и денег читает Михаил Мурзаков От автора С удовольствием представляю вам книгу Бережливый офис За последние 20 лет бережливое производство стало играть ведущую роль в снижении затрат организаций, как правило, производственных за счет выявления и устранения потерь. Работой, не добавляющей ценности, за которую потребитель платить не готов. Тем не менее, те же самые инструменты пытаются внедрять и в непроизводственных секторах экономики, в том числе в вооруженных силах, образовании, здравоохранении, финансах и строительстве. В книге собрана информация об опыте людей, применяющих бережливое производство в самых разных отраслях. Эти пионеры бережливого производства Сенсеи за последние 10 лет добились значительных успехов в самых разных отраслях. Они провели огромную работу по совершенствованию бизнеса. Книга рассказывает об успешном опыте таких первопроходцев и об инструментах, которые они используют. Любой организационный процесс, будь то принятие заказа на изделие промышленного производства, обработка кредитной карты клиента, медицинское обслуживание в поликлинике, должен удовлетворить потребности потребителя, пациента, клиента. На страницах этой книги читатель найдет полное руководство по выявлению и устранению затрат с помощью вовлечения в процесс всех сотрудников. Данная книга призвана стать компасом, который укажет вам путь к более бережливому, производительному и эффективному офису. Здесь нет тайн. Мы занимаемся систематическим распространением информации о передовом опыте во всех отраслях. И будем рады, если вы поделитесь с нами своими успехами. Доброго пути! Дон Теппинг Введение Для чего это нужно? В первую очередь, эта книга предназначена организациям, которые хотят усовершенствовать административные процессы. Прежде всего, она будет полезна менеджерам, которые занимаются обучением сотрудников, руководителям, ответственным за внедрение бережливого производства, координаторам непрерывного совершенствования и всем тем, кто занимается оптимизацией потока работ для повышения продуктивности и улучшения итоговых показателей. Лидеры бизнеса, которые выводят организации на новые рынки, чтобы открыть для себя новые возможности, и стремятся рационализировать текущие бизнес-процессы, чтобы стать более конкурентоспособными, должны неустанно повышать ценность компании для акционеров. Книга ⁇ Бережливый офис ⁇ принесет им немалую пользу. Эта книга поможет понять, с какими трудностями сталкиваются изо дня в день работники в самых разных сферах. Авторы убедительно объясняют, почему непрерывное совершенствование должно стать образом жизни. В конце каждой главы авторы подводят итоги, дают вопросники и примеры из практики, которые помогут вам усовершенствовать административную сферу. Руководителям, работающим в здравоохранении, финансовой сфере, розничной торговле, строительстве и на производстве, эта книга поможет остаться в бизнесе в 21 веке и заложить фундамент для дальнейшего совершенствования компании. Что внутри? Книге ⁇ Бережливый офис ⁇ дается обширный комплекс подробных рекомендаций по созданию ⁇ Бережливого офиса ⁇ Следуя им, вы сможете заложить прочный фундамент для применения инструментов ⁇ Бережливого производства ⁇ Сотрудники офиса, которые изо дня в день обрабатывают различные запросы, должны знать, что делать, куда обращаться и кого слушать. Книга содержит три части. Настоятельно рекомендуется изучать содержание каждой части, применить полученные знания на практике и переходить к следующей части лишь когда вы полностью освоили предыдущую. Первая часть помогает заложить фундамент для создания бережливого офиса. Здесь рассказывается об основных инструментах и концепциях бережливого производства, о предстоящих изменениях и о внедрении ряда весьма полезных и эффективных инструментов. Все это позволит вам добиться ощутимого прогресса в создании бережливого офиса. Часть вторая рассказывает о создании систем поддержки, необходимых для совершенствования процессов. Это предполагает детальный анализ текущих процессов, разработку стандартов, которым они должны подчиняться, и выравнивание нагрузки для обеспечения бесперебойного и безостановочного потока работы. Это ядро бережливого офиса, и реализация этой части проекта является самой трудоемкой. Часть третья посвящена визуальному контролю, средствам защиты от ошибок и системам показателей, которые обеспечат непрерывное совершенствование бережливого офиса. Следует выбрать модели для сравнения, четко определить распределение функций в новой организации, найти тех, кто возьмет на себя роль лидера, обеспечить работу без дефектов. Все это необходимые условия для формирования новой культуры. Вы можете использовать эту книгу как дополнение к любым другим материалам по непрерывному совершенствованию, которые уже есть в вашем распоряжении. Хотя эта книга отличается обширным охватом материала и содержит все, что вам нужно, следует отметить, что как авторы и специалисты по непрерывному совершенствованию, мы не отвергаем иной образ мышления. Ни одна книга не может помочь организации избавиться от всех проблем. Мы искренне верим, что наша книга и примеры, которые она содержит, помогут вам найти ответы на многие вопросы, которые встают перед вами при создании бережливого офиса. Как извлечь из книги максимальную пользу? Применяя концепции и инструменты, о которых рассказывается в этой книге, вы сможете создать систему, которая, будучи составной частью бережливой организации, обеспечит контроль процессов и усовершенствует их, позволит избавиться от деятельности, не добавляющей ценности. Основы книги. Эта книга посвящена не только основным принципам бережливого производства и их применению в различных административных процессах, но и разработке реалистического плана достижения результатов, и закрепления этих достижений. Книга опирается на многолетний опыт применения принципов бережливого производства в административной сфере самых разных отраслей. В числе прочих это строительство, участие в тендерах, планирование проектов и составление графика работ, везде необходимо снижать время выполнения заказа, повышать эффективность использования рабочего времени и прибыль, это позволяет компании быть конкурентоспособной и поддерживать инфраструктуру. Финансы. При осуществлении таких процессов, как обработка заявок на получение ипотечных суд, работа с заявлениями о выплате страхового возмещения и инвестиционная оценка, необходимо сохранять клиентскую базу, поддерживать должную рентабельность и добавлять ценность на каждом этапе, чтобы потребитель не начал искать иного поставщика услуг. Здравоохранение. Хирургические операции, амбулаторный прием пациентов, диспансеризация, заявки на выплаты по страховым полисам и так далее. Все это примеры процессов, где следует следить за показателями поступления выписки пациентов, времени цикла, эффективности использования рабочего времени медсестер, качества медицинской помощи удовлетворенности пациентов и персонала и эффективности функционирования стационаров. Данные показатели позволяют контролировать затраты и обеспечить неизменно высокое качество медицинской помощи. Производство При осуществлении таких процессов, как ввод заказа, разработка продукции и оценка работ, используются показатели точности ввода заказа эффективность оценки работ по выполнению заказа и количество внутренних дефектов. Это помогает удержать потребителя от поиска более дешевых поставщиков и сохранить рабочие места. Оборонная промышленность, федеральные и местные правительственные учреждения. Такие процессы, как материально-техническое обеспечение, снабжение, руководство программами, Проектно-конструкторские работы, исследования и разработки предполагают наличие развитой офисной структуры, которая использует инструменты бережливого производства для совершенствования организационных процессов и потока, тем самым добиваясь экономии средств, которые используются для более эффективного обслуживания налогоплательщиков. Данная книга призвана помочь вашему офису создать административную систему непрерывного совершенствования, что позволит создать условия для формирования новой культуры.